Для торжественного закрытия второй лидерской смены в детском оздоровительном лагере «Звездочка» юнзары подготовили танцевальный флешмоб. Почетных гостей праздника школьники встречали радостно и дружно. Двадцать один день самые активные и целеустремленные юные зареченцы провели в детском оздоровительном лагере «Звездочка». Ребята успели отдохнуть и плодотворно потрудиться. Всех поздравляю с тем, что замечательная, интересная, увлекательная, необыкновенная смена, перезагрузка состоялась. Очень поразило, насколько глубоко и вдумчиво вы подошли и к организации своей смены, темы перезагрузка, и к 60-летию нашего города. Это говорит о том, что в смене лидерской юнзаров креативные, талантливые, интеллектуальные дети. В этом году организацию интересной и разнообразной жизни в лагере юнзары взяли в свои руки, и им многое удалось. Смена прошла, я считаю, плодотворно. Все, что запланировали, в общем-то, ну, процентов на 90 мы сделали. Свои коррективы, конечно, внесла погода, к сожалению. Но ничего, я думаю, что тот результат, который мы получили, это уже хорошо. Ребята разработали много проектов. Практически все эти проекты реализованы здесь у нас в лагере. Они все были актуальны для того периода времени, что мы здесь находились, и для тех детей, которые здесь были. И мы разработали несколько идей для городских проектов. На закрытии второй смены в лагере «Звездочка» были подведены итоги проектной деятельности юнзаров. Дипломы и подарки получили несколько активистов детского движения. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».